Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset.info. Я вам покажу, как на устройстве Oppo A18 сделать сброс настроек. Чтобы на данном устройстве сделать сброс настроек, нам будет нужно перейти в сами настройки, после чего здесь же перейти почти что самый низ в дополнительные настройки, нажимаем, и в самом низу будет создать резервную копию и перезагрузить, нажимаем. И уже в этом разделе мы можем перейти снова в самом низу на сбросить настройки телефона, где мы можем выбрать сброски настройки сети, сбросить все настройки, удалить все данные. Но мы делаем только сброс настроек сети, подтверждаем это ключом, сбросить все настройки, подтверждаем, выполняется сброс. И после того, как эта иконочка у нас исчезнет, сброс будет выполнен. Все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.